That is right. Паковать вручную долго и нудно. А что, если поручить это роботам? В Техническом университете Мюнхена проходит тестирование роботизированная станция, которая призвана наладить быструю упаковку электроприборов. Работа разделена на этапы. Та часть, которая не требует серьезных физических усилий, выполняется людьми. Там, где нужно переносить тяжести, лучше справляются роботы. Тестируемая система способна распознать предназначенный к погрузке объект. В данном случае это телевизор. Определив его местонахождение, робот захватывает его и аккуратно помещает в коробку. Если возник какой-то сбой, рядом всегда есть люди, чтобы скорректировать машину. Роботы способны управляться с предметами разной формы и разного веса. Они умеют запаковывать и заворачивать. Параметры заданий могут меняться. Машины легко управляются голосовыми командами. Close the box and push it to the next station. Cycle done. Операторы способны справиться с программой самостоятельно. Приглашать экспертов для того, чтобы настроить у робота другие функции, не надо. Это экономит деньги и время. Разработка мюнхенских инженеров – часть спонсируемого Евросоюзом проекта по более активному внедрению роботов в производство. Задача максимум – снять с плеч рабочих часть нагрузки. Этот проект – важный этап на пути совершенствования роботизированных механизмов. Мы также движемся вперед по пути успешного сотрудничества со существованием человека и робота на рабочем месте. Здесь мы оперируем простыми и очень интуитивными правилами программирования, что открывает перед отраслью новые возможности. Из Германии в Австрию. Перед нами так называемый локо-робот. Ему по плечу замена аккумуляторных батарей. Он свободно перемещается в пространстве, находит нужные предметы и легко управляется голосом. Das Projekt hat. Мы в рамках нашего проекта производим целый набор роботизированных функций, которые можно свободно комбинировать и применять в зависимости от потребностей. Это простые и очень интуитивные программы. Этот робот предназначен для автостроительных компаний. Его функция – упростить переход от производства двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям. Цель проекта – максимально разгрузить рабочих. Не заменить их, а именно разгрузить, облегчить их пребывание на предприятии. Это поможет им избежать проблем со здоровьем, болей в спине. Для этого мы создаем комфортабельные, эргономичные рабочие места. А еще их следует освободить от монотонной работы.